125 шашистов из 16 регионов России собрали соревнования «Таманский полуостров» в станице Голубицкой Краснодарского края. Честь Сарова защищала кандидат в мастера спорта Алиса Рубцова. Девочке еще не исполнилось и 11 лет, но она уже сражалась в возрастной группе до 17 лет. Воспитанница объединения «Шашки» Дворца детского творчества выиграла две золотые медали в турнирах по молниеносной и быстрой игре и одну бронзовую в классической программе. Отличился у нас этим летом Тимур Стегунов. Дважды он выезжал на соревнования. Первый раз в Санкт-Петербурге он участвовал во всероссийском турнире с романтическим названием «Белые ночи» и привез оттуда серебряную медаль. И вот буквально вчера закончился всероссийский турнир в Самаре с не менее романтическим названием «Волжские зори». Там Тимур также выиграл серебро. Всероссийский турнир в Ярославле был посвящен памяти чемпиона мира, гроссмейстера Владимира Скрабова. На эти соревнования отправилось большинство воспитанников Олега Васенькина. Но отличные результаты показали в основном девочки. Всего из Ярославля спортсменки привезли 5 медалей. Юная шашистка Дарья Вахрушева смогла обойти соперниц в своей возрастной группе и выиграла сразу 2 золотые медали. Они не приносят радость, логику, стратегию. Я решаю позиции, готовлюсь и могу даже, может быть, целый день их решать. И у меня от этого развивается ум, и у меня есть возможности, что я займу место. Были этим летом у шашистов и межрегиональные турниры во Владимире и Арзамасе, на которых саровчане тоже сыграли достойно. Как отметил педагог объединения «Шашки» Олег Васенькин, такие многочисленные успехи стали возможны благодаря всесторонней поддержке родителей юных спортсменов и упорной работе самих детей. Наша цель была проверить свои силы, чему мы научились за учебный год. И самое лучшее время – это время каникул, совмещать полезное с приятным. Мы проверили и убедились, что наши воспитанники, наши юные шашисты по своему развитию стоят на высоком уровне, и даже на всероссийских соревнованиях мы конкурентоспособны. Светлана Юрунова, Андрей Махмудов, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.